Интернет-магазин iClone.net.ua представляет вашему вниманию обновленную версию уникального смартфона iOcean X7 Elite. Внешне он ничем не отличается от своего предшественника и представляет собой моноблок, лицевую часть которого занимает большой 5-дюймовый дисплей. Под ним три кнопки – меню «Домой-назад». Над экраном расположилась прорезь динамика, глазок фронтальной 2-мегапиксельной камеры, датчики света и приближения, а также есть световой индикатор о пропущенных звонках и SMS, или, например, мигает красненьким, когда телефончик просит кушать. Синий индикатор загорается при использовании скайпа. По торцам все стандартно и удобно. Слева качель регулировки громкости, справа кнопка блокировки, сверху стандартный отсек для наушников, а снизу видим отсек для подзарядки и подключения смартфона к компьютеру. Кстати, насчет подключений, в функциях смартфона есть такая замечательная вещь, как OTG. Теперь из-за нехватки места или при необходимости можно, используя специальный переходник, который можно приобрести дополнительно, подключить флешку, мышку или игровой джойстик. Задняя крышка имеет белую, не глянцевую окраску, отпечатков пальцев на ней не остается. Снизу видим прорезь динамиков, название модели и глазок камеры со вспышкой. Что касается самой камеры, то 13-мегапиксельный сенсор не оставит вас в равнодушии как качеством, так и детализацией сделанных снимков. Видео выходит в Full HD разрешении. Полюбуйтесь на качество отснятых кадров. Обращу ваше внимание, что съемка комплектующих происходит на видеокамеру самого iOcean X7 Elite. Помимо и так великолепного набора аксессуаров, которые завод по умолчанию вкладывает в коробку, можно отдельно приобрести усиленный аккумулятор на 3000 мАч, который комплектуется съемной крышкой из черного матового пластика и, естественно, намного увеличивает срок службы от одного заряда и немного толщину самого смартфона. По своему опыту скажу, что если вы будете использовать аппарат в обычном распорядке, а это регулярные звонки, редкие фото и серфинг в интернете, то вам родного 2000 мАч аккумулятора должно хватить на двое суток, а усиленный аккумулятор пригодится для длительных поездок или заядлых геймеров. Кстати, насчет игр. Сердцем нашего героя является сверхмощный 4-ядерный процессор MTK6589T по 1,5 ГГц каждое ядро. Помимо этого, установлено, внимание, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней. Если этих ГБ будет мало, никто не запретит вам увеличить объем встроенной памяти флешкой с максимально допустимым объемом 64 ГБ. Ну и думаю, вопросов о стабильности в играх быть не должно. Абсолютно все современные приложения просто летают. Стоит заметить, что iOcean X7 Elite является, помимо всего прочего, еще и двухсимочным телефонным аппаратом. Разговорный динамик не хрипит, собеседника слышно хорошо, а если общаться по скайпу, еще и хорошо видно. Поддерживает работу аппарата оболочка Android 4.2 со встроенными приложениями от Google.
Вы уже успели обратить внимание на качество нашего 5-дюймового IPS-экрана. Теперь о нем подробнее. Его разрешение составляет Full HD 1080 на 1920. Touch работает без подлагиваний и притормаживаний. Обращу ваше внимание на технологию самого экрана. Она называется OGS. В общем, матрица дисплея и защитное стекло представляют собой единое целое. Тем самым производители смогли существенно уменьшить толщину самого аппарата. Углы обзора просто ошеломляющие, так что если вы привыкли писать страстные смс-ки в метро, прикрывайте экран надежнее. Можете сами убедиться, что звук при проигрывании нареканий не вызывает. В целом же аппарат заслуживает похвалы за эксклюзивный дизайн и хорошее качество используемых материалов. Богатая комплектация, мощная начинка и доступная цена делает iOcean X7 Elite действительно элитной покупкой, которая будет радовать вас не один год. С вами был Михаил Парадедов, с YouTube-имся!